Надо признаться честно, в этом году на Черноморском побережье Кавказа погода просто благоприятствует шахматам. Вот, смотрите. Ну разве в такую погоду можно что-либо делать, кроме как играть в шахматы? Если мы посмотрим направо, то там море, тоже туман. Ну, между прочим, тоже какие-то. Это все-таки яхты такие. Ну вот, сегодня 4-й тур основного классического чемпионата страны среди команд. А вот сейчас до обеда завершился первый неофициальный чемпионат России по шахматам. Не по шахматам, простите, а по шведским шахматам. Разница, казалось бы, небольшая, но стоят две доски рядом. Ну, как-то соперники согласны.